Сегодня мы опережаем многих дизайнеров, потому что Ирина Московцева одна из первых, которая предлагает эксклюзивные ткани и эксклюзивные фасоны. Каждая женщина мечтает о таком наряде. И, между прочим, Ирина Московцева, являясь конструктором российским, предлагает нашим женщинам богатую размерную линейку. Платье «Яркий Неаполь». И именно размерная линейка предлагается сегодня до 62-го. Это настоящий подарок для тех женщин, которые хотят встретить самую главную ночь в году, праздник, Новый год в новом наряде и вступить в 2018 год обновленной женщиной, красивой и уверенной в себе. Ну, кстати, если у вас намечаются важные события до Нового года, кстати, в этом платье вы будете прекрасны, как никогда. Не удивляйтесь, придя в гости, если вы затмите виновницу торжества своим нарядом. Свадьбы, юбилеи, праздники на вашей работе. В этом вам будет помогать «Яркий Неаполь». Вы уже заметили, что это платье очень красиво украшено цветком. На самом деле цветок выглядит как эффект ручной работы. Словно тысячи мастериц старались, чтобы создать и воспроизвести красоту этой розы. У нас платье представлено в 5 расцветках. Предлагаю сразу начать с выбора вашего цвета. Выберем размер, а потом вернемся к самому дорогому полотну, которое выбирали королевы велюр. Ну что ж, давайте знакомиться с цветами. А пока я скажу, платье за 1999 рублей. Это действительно не верится в это. Вы знаете, я очень люблю украшать одежду. Я могу купить обычное платье, но обязательно люблю изюминку. Так вот, недавно я столкнулась с тем, что на сайтах многие московские дизайнеры предлагают такие красивые аппликации. Так вот, одна такая аппликация стоит 1200, а то и 1500 рублей. Здесь мы видим с вами очень качественный эффект на тонком сетчатом полотне, расшиты пайетки. Это фабричное производство. И мне нравится, что именно пайетки пришиты не на велюровой ткани, они не стягивают ее. Это брошь, которая соединяется нитями по лепесткам. Итак, выбираем ваш цвет. Первый цвет, который сегодня очень популярен, это малахит. Невероятно такое яркое сходство с дорогими камнями делают это платье изысканным дополнением в вашем гардеробе. Зеленый очень популярен сегодня, этих платьев меньше всего. Следующий цвет классический черный. Маленькое черное платье, как когда-то говорила Коко Шанель, обязано быть в коллекции каждой женщины, но... Это платье, усыпанное пайетками, настоящий восторг. Давайте посмотрим на эту красоту. Согласитесь, она завораживает. При ходьбе, повиливая бедрами, каждая женщина как магнит будет притягивать взоры мужчин. Это очень важно на самом деле. И самооценка женщины всегда повышается, когда она в центре внимания. Если вы не хотите черный или устали от него, у нас есть для вас прекрасная альтернатива. Это оренечка классический синий цвет. Действительно, велюр позволяет богатой драпировке ткани. Мы видим с вами еще и переливы материала. Мы к материалу вернемся позднее. Один из самых популярных оттенков красный, цвет любви, цвет страсти. Между прочим, итальянцы очень ценят именно эти оттенки. Посмотрите, каждая ткань, каждый цвет хорош по-своему. Ну и наша прекрасная Арина Нагаева выбирает оттенок бордо. Платье от бренда Олмис с украшением из роскошного материала от 48 до 62 размера за 1999 рублей. Только знаете, сегодня. Многие женщины мечтают иметь в своем гардеробе платье, которое всегда будет подстраиваться под их фигуру. Мы с вами знаем, что мы иногда поправляемся, мы то худеем, то полнеем. И как важно, когда платье надеваете вы и не замечаете этого. А, конечно же, я всегда говорю о том, что посадка зависит от ткани, от ее эластичности и способности подстраиваться под ваши формы. Я смотрю на девчонок и не верю глазам. Вам тоже показалось, что визуально они постройнели на 1,5 размера. В чем секрет? Конечно же, секрет в правильном фасоне. Здесь Ирина Московцева уделяет огромное внимание правильным пропорциям. Почему многих итальянок, несмотря на то, что они любят макароны и такие вкусные пасты, очень любят хлеб, выпекают все это, остаются соблазнителями до конца своих лет, дней. И многие женщины в возрасте, надевая нарядное платье, преображаются. Здесь мы видим фасон футляр, но он грамотный. Давайте посмотрим на драпировку в области живота. Для многих
любых женщин в возрасте – это очень хорошая такая палочка-выручалочка. Без коррекционного белья вы надеваете это платье, и все ваши секреты за драпировкой велюрового полотна. Асимметрия. Такое чувство, что эта брошь зафиксировала в эту ткань на области талии. Очень эксклюзивный наряд. Ну и, конечно же, обратим внимание на эластичность ткани. Давайте посмотрим, насколько эта ткань плотная. Я хочу добавить, что плотность ткани тоже играет важную роль на коррекцию фигуры. Посмотрите, вначале я хочу познакомить вас с переливами. Вы видите, как велюр пляшет. На самом деле такая современная ткань – это современный бархат на стрейчевой основе. Мы видим с вами ворсинки. Если раньше велюр терял быстро свой внешний вид, потому что ворсинки были расположены в одном направлении, здесь технологи предлагают нам прекрасную возможность сохранить платье, как будто бы платье новое каждый раз, потому что ворсинки находятся навстречу друг другу. Именно за счет этого ткань обладает прочностью. Смотрите, я натягиваю ткань. Вы видите пробелы? Я нет. Поэтому эта ткань не только обладает плотностью, но еще и эластичностью. Задумайтесь, сколько сейчас стоит в магазине просто материал, а пошить платье? Вы получаете эксклюзивное, готовое решение с украшением. Это дизайнерское предложение. Посмотрите, такого вы не встретите больше ни у кого абсолютно точно. А за 1999 рублей сегодня не купишь даже блузу в приличном размере. Свет, давай поговорим с тобой об области, которая больше всего интересует наших женщин. Да, эта область интересует пышногрудых красавиц. Я могу точно сказать, что, учитывая эластичность материала, не беспокойтесь. Здесь рукав практически 3/4, очень хорошо подстраивается под полноту ручки. А углубленная зона проймы и правильно посаженный вточной рукав – это доказательство того, что Ирина Московцева на сегодня является одной из самых лучших конструкторов. Я сейчас расскажу вам секрет. Как вы думаете, почему большинство компаний предлагают размерную линейку от 46 до 50 или 52 максимум? Потому что очень сложно сделать лекало. У Ирины Московцевой это получилось. Причем, создавая коллекцию, она учитывает нестандартные формы наших русских женщин. У нас, как правило, либо богатый верх, очень часто встречается тип фигуры перевернутой, вернутый треугольник, когда в зоне области талии нам хочется что-то подкорректировать. Вот идеальный пример того, что это платье «Яркий Неаполь» делает яркой вас. Обратите внимание на длину. Это классика жанра. Классическая длина, которая позволит корректировать ноги. Такая длина увеличивает ваш рост, вытягивает вас, но уменьшает ваши пропорции. Плечи, талии, бедра. Вы знаете, у меня ощущение, что девочки одинаковые, правда? А ведь разница в их размерах практически составляет 2. У Татьяны 52-й, у Светланы и у Арины 48-й. Статуэтки, образ Мэрилин Монро. То, к чему так стремятся многие женщины. Песочные часы, идеальная фигура, стройный силуэт. Только представьте, вы заходите в этом платье. Все оборачиваются, все затаили дыхание и все смотрят только на вас. Вы получаете миллионы комплиментов. Вы звезда любого вечера абсолютно. 1999 рублей. Нарядное брендовое платье. Буквально через неделю уже магазины начнут повышать цены на нарядные предложения. Вы уже сегодня можете позаботиться о том, в чем будете встречать торжество.